Кто это? Ну, может, в другой раз. Ого! Ляг, отдохни. Приятно было познакомиться. Я предупреждал. А я ведь вас предупреждал.
Оп! Штормовое предупреждение! Магистр Доми... Отвали, ненормальный! Стража! Все, отвали! Он рехнулся! Стража! Кто-нибудь, помогите! Отвали, ненормальный! Помогите! Обижать! Кто-нибудь! Спасите меня! Все, с меня хватит! Меня хватит! Он рехнулся! Стража! У меня серьезно! Все, с меня хватит! Он рехнулся! Стража! Отвали! Отвалите его! Помогите! Дай оружие! Второй раз просить не буду! Женщину обижать! Приятно было познакомиться. На, у меня семья. Отвали, ненормальный. Богато. Помогите! Держите! Помогите! Кто-нибудь! Отвали, ненормальный! Помогите! Кто-нибудь! Не с места! Это еще что? Hop!
Ага. Придется придумать. Я прямо сейчас готов тебе руку откусить с голодухи. Серьезно.
очень, очень прискорбно. И что с ней теперь станет, даже не представляю. Не удивлюсь, если будет так же, как с той девицей. Как бишь ее звали? Стерия. Ее исключи... Приветствую, господин. Как успехи? Я нашел бумаги. Все? До единой? О, это просто поразительно, господин. Я так признателен. Награда при мне. Еще мне нужны кое-какие сведения. Конечно, конечно. Только не сейчас, не сейчас. Чем это? Я только что собрал твои дурацкие бумажки. Так и есть. Но теперь каждый документ надо зарегистрировать под соответствующим номером, занести в реестр, отменить и уничтожить дубликаты и, конечно же, заполнить приложение, а также привести систему регистрации, используемую здесь в соответствии с числовой кодировкой Мередита. Хватит. Конечно. Я буду рад оказать помощь, как только закончу работу. На ее выполнение уйдет... не более 16 недель, плюс-минус 4 недели. Я предупреждал. Приятно было познакомиться. Джентльмен и монстры. Ого! Где мои грабли? Зуб даю, они...
Только не сейчас. Я предупреждал. Здорово. Еще пригодится. Приятно было познакомиться. Ты-то мне и нужен, как раз вовремя. Поможешь навести порядок в городе. Что-то мешает? Скорее, кто-то. Можно продолжать? Я готов сделать... Хорошо. Закрыто! Но это общественный пляж. И он закрыт. Поищи какой-нибудь другой. Отвали, я пройду. Только попробуй. Сделай одолжение. Лучше разберемся поскорее. Предупреждал. Здорово.
Посмотрим. Я хочу услышать всего несколько слов. Он сбежал. Плохие известия. Я очень разочарован. Если бы не твои прежние... Он был у меня в руках. Побереги слова. Уже иду. Богато. Ты? Я самый. Охрана? Спокойно. Нет, нет. Прошу. Уже теплее. Что? Что? Лексингтон? Зараза.
что на этот раз? Порядок. Это я и хотел услышать. Понимаю, господин Лек. Я очень ценю наше сотрудничество. Смотрим. Здорово. Какая неожиданность. Джентльмен и монстр. Ляг, отдохни. Ляг, отдохни. Богато.
Еще пригодится. Посмотрим. Темно, холодно, грязно. Mm-hmm.